Поехали мы с Ромой в магазин. Иди сюда, Ром. Ромка в домашних, ну как в домашних, в общем, в тапках решил ехать. Я говорю, ну ладно, езжай. Нет, не надо, не надо эту, она пристегнута. Пойдем там возьмем другую. Да, пошли, другую возьмем. Пошли, сыночек. Для деток. Пошли, это для деток маленьких. Пошли. Да. Так, ну мы вышли с Романом уже с магазина. Сейчас я вам быстренько покажу все, что мы купили. Закупка у нас была сегодня большая. Закупились мы на 140 с лишним евро. Роман вам держит чек, покажи, ребят. Иди сюда. Погодка у нас сегодня жаркая. Да, такая, да. Жаркая, градусов, наверное, 30. В общем, нас сегодня позвали на дачу. 30-20. Мы будем грилить, поэтому набрали немножко больше, чем обычно. Хотя нам сказали, много не набирайте, ну ладно. Взяли вот эти булочки у нас идут домой, про запас. Как обычно, если хлебушек кончается, то мы печем вместо хлеба. Потом сэндвичный хлеб для сэндвичей. Потом груши. Так, что дальше? Гранат. Ойра 79, по-моему, он был. Роман схватил 2,99 маленькую нутеллу. Вернее, он схватил большую, но я сказала взять маленькую. Взяли вот такой паштет. Давид любит. Потом чевапчичи вот эти. Около 5 ойра они стоят. 4,75, по-моему. Две пачки взяли. Потом взяла вот такую вот ребрышки. Сейчас я вам скажу, сколько они стоят. Здесь 734 грамма, 5,86. Короче, 7,99 за килограмм. Свиные ребрышки я взяла, ну, пацаны, как бы в морозилку. Стейки такие. Еще одну таких ребрышек. Масло по 2,29. Сырки свои, как всегда, взяла по 49 центов. Вот такие вот. Печеньки 1,19. Вот такие печенья, не помню, тоже 1 цент. Давид попросил офенкезы. Это духовки, которые расплавлять надо. Горчицу взяла, написано, что острая, но не знаю, как она острая. Хоть хотелось мне в русский съездить, но сегодня я не успеваю просто, поэтому. Капусточку взяла такую, она как молоденькая, шпиц. Потом колбаску. Сегодня была мука по 45 центов, и ограничений никаких не было. Я взяла 3 штучки их. Так, дальше. Дальше что у нас тут? Потом попросили кетчуп мне на дачу. У меня, потому что большая бутылка, я взяла новую. Потом вот такая колбаска. Две упаковочки. Потом рыбку вот такую я себе взяла, копченую. Потом Давид попросил айранчик. 45 центов, две штучки взяла. Потом взяла вот такой сыр. Не помню, почем. Рулетик вот такой взяла. Один. Роман, отойди, пожалуйста, оттуда, иди сюда. Там машина сейчас будет выезжать. Иди сюда ко мне. Да. Не помню, 11 копейками стоил. Взяла на дачу, в общем. Как всегда, круассанчики. Две упаковочки, 1,19. Паприка. Хумус, картошечка фри. Роман, пожалуйста, отойди, там машина будет выезжать. Стой рядом с мамой. Еще эти сырки. Петрушка. Там взяла персики вот такие персики. Причем многие спрашивают про персики, абрикосы. В общем, вкусные уже можно брать, так что берите. Это я. Арбуз у нас появился тоже. Это я. Ром, ну тише. Арбуз появился такой же, 10 ойра штука. В общем, взяли с Ромашей, захотели арбузика. Взяли. Сейчас я его, куда бы его примастить? В корзинку положить, что ли, наверное. Так, что мы еще взяли? Что мы еще взяли? Багеты. Багеты не все пойдут на дачу. Что-то останется дома. Потому что нам в этот раз сказали, чтобы много не набирали. Взяла пацанам пиво. Саша попросил, говорит, возьми какого-нибудь пива. Не знаю, какое брать. Я в этом не эксперт, поэтому взяла разное. Такое. Пиво было по 89 центов, по-моему. Эфест вот этот, я помню, это, по-моему,
в Турции мы, по-моему, такое всегда видели. Я не знаю, или в Казахстане, я уже не помню, где-то такое видела я пиво. Поэтому взяла. Взяла вот такие освежитель воздуха опять с копейками. Давай сюда. Потом взяла первый раз, все хвалят, я взяла первый раз это кебаб, вот это мясо. Не знаю, попробую. Все хвалят. Говорят, вкусное, замороженное. Попробуем. Рома взял, как всегда, Орео подушечки. Завтрак. Потом взяли ягодки. Голубика, или как она называется. В общем, взяли большую упаковку. Они какой цвет эти? Черные. Черные? Да, черные. Взяли вот такой хлебушек. Потом лепешку взяла. Давидки, это, наверное, маленькую. Потом салфетки. Воды три упаковки взяли. Так. Три упаковки воды. И, Роман, пожалуйста, пожалуйста, сейчас перевернешь. Упадешь еще сам. Роман, слезь. Потом взяла в машину вот такую маленькую воду и детям на дачу сок. Все. Все закупки на 140 с лишним евро. Ну, мы уже дома с Ромкой, сумки распаковали, запаковали для дачи. Сейчас собираемся ехать, сегодня будем, в общем, грилить на даче. Не знаю, не обещаю, что буду вас брать. Сейчас я им не обещаю, что буду вас брать с собой, потому что, ну, как бы большинство там против, чтобы, ну, попасть в YouTube, так сказать. Поэтому... Мне попасть? Угу. Поэтому, наверное, мы сегодня будем отдыхать. Если будет возможность, я что-то для вас поснимаю. Если нет, то увидимся позже, после дачи. В общем, мы поехали отдыхать. Один жарщик, один съемщик. Да, у нас мы коллеги почти. Ты жаришь, я снимаю. Мой мальчик. Смотрите, что здесь. Крыжовничек поспевает. А там малина поспела. Вау! Красная там висит. Водяной шарик там у Вали спроси. У Валюши спроси. Смотри, малинка красная поспела. Вон там красная смородина поспела. Ой, как! Какая вкуснятинка. Вон там красная смородина. Ну и как, малинка? Зашла, да? Вкусная? Там еще много. Надо у Вики спросить, если разрешит. Да, у меня вот кукурузные глаза. Да, а тут вот уже или огурчик, или что это. Что-то, в общем, сходит. Тут теплица. Угу. Такие помидорки классные. Щавель. Вау, сколько клубники-то тут. Клубники-то? Клубники-то сколько? А у меня есть кит. Молодец. Вау, красота. Он будет поливать огород. И редисочка, еще что-то там. Петрушечка или что-то растет. Интересно, это будет туз для моих... В общем, огород уже спеет. Валючка! Всем привет! У нас сегодня уже понедельник. В понедельник у нас выходной, праздничный день. По-моему, Троица называется праздник по-русски. В общем, всех с праздником. И я сейчас стою уже в Коблинсе, сходила в банк, еще у меня впереди кое-какие планы запланированы. Вчера ничего для вас не снимала, в воскресенье у меня был такой выходной день. Целый день просидела, вернее просидела, ну как, занималась домашними делами, ничего толком не снимала. Варила кушать, там убиралась, и как и у всех, в общем, все то же самое, что и у всех. И у нас вчера еще и был дождик, на улицу мы не выходили, целый день просидели дома. Переделала я свой маникюрчик, наконец-то. Вот такой вот мамуля моя выбрала цвет
сказала. Она любит у меня фиолетовый и сказала, ну, у тебя же есть там какой-то фиолетовенький, сделай. Я у нее спросила, какой мам цвет сделать. Ну, это всегда проблема, когда начинаешь маникюр переделывать или... Да, у всех девчонок, наверное, перед тем, как делать маникюр, какой цвет сделать, какой и чего. В общем, проблема всех девчонок. Девчонки, напишите, правда? У всех такая проблема? Или я так думаю, что у всех проблема выбрать цвет? Ну и, в общем, переделала маникюр. Так, и сейчас моя подружка там сделала термин нам, ну, записала нас на покраску волос. Не знаю, Карина, по-моему, будет краситься и стричься, но я себе хочу покрасить. Не знаю, вон у меня, видите, вся... Я вся седая, в общем. Так что надо покраситься. Решилась в этот раз не сама. Ну, это все Карина мне сболтовала. Давай, пойдем. Я говорю, ну, пойдем. Мне, если честно, мне всегда лень вот это вот делать. Запись, ждать ее, куда-то ехать, что-то делать. Я думаю, ну, мне проще как-то дома самой быстренько вжух-жух-жух и готово. И никуда не надо ничего не этовать. Ну, с другой стороны, надо иногда выбираться. Себя надо любить. Для себя любимой надо иногда тоже это. Что-то менять. Вот так вот. Пацаны мои все дома. Давид смотрит за Ромой, а Саша спит с ночи. Ну, так что, если что, Саша на подхвате. Ну, в принципе, у меня Давидка всегда, он у меня самостоятельный мальчик, справляется с Ромкой. Так что сейчас задам адрес в Нави и поедем, в общем, навигацион, и поедем по адресу. Куда мне, я там еще не была ни разу, не знаю, кто там, чего там. Ну и, в общем, сейчас в адрес задам и поедем, в общем, в назначенное время краситься. Не знаю, сколько это продлится, но вы, в общем, вам покажу результат, оцените. Ну и завтра у меня тоже еще кое-какие планы, тоже запланировано кое-что. Но о завтрашнем завтра. И сегодня едем, в общем... Краситься. Погода у нас сегодня классная, прям тепло-тепло, вообще супер. Стоит 22,5 градуса, ну, в общем, тепло, солнечно, ветра нету, классно. Но еще у нас утро, да? Сейчас еще только 11:30. Надеюсь, будет тепло. Но стоит всю дорогу, всю неделю, что будет у нас дождь. До субботы стояло, что будет дождь. Ну, хотя иногда они меняют, да, посреди недели, может быть, что-то изменится. Вот так вот. Что еще нового? В принципе, все, по-моему. Так, насчет шорт, пока не забыла. Насчет Сашкиных шорт и вспомнила резко. Девочки, по-моему, 2 или 3 человека написали мне, что шорты зачетные оставляй. Вот эти полосатые, белые полосатые шорты. Парень идет так смотрит на меня, что я с телефоном разговариваю. Так хорошо посмотрел. Ну ладно, в общем, насчет шорты... В общем, 2 или 3, не помню уже точно, написали, что шорты огонь, оставляя вот эти белые в полоску, которые Сашкины. А остальные все написали шорты назад. Сашке говорю, так что шорты твои едут назад. Я говорю, большинство девочек проголосовало, что те не идут, эти шорты, надо их вернуть. Ну и он такой говорит, да, но раз девчонки сказали, значит надо возвращать. В общем, тогда поедут эти штаны льняные, вот эти голубые, которые ему маленькие, не застегнулись. Вернее, застегнулись, но они там впритык ему. И вот эти белые шорты в полосочку поедут тоже назад. Ну, может быть, я их поменяю на другой цвет, или там есть разные расцветки. В общем, там посмотрим, и я вам, как всегда, все покажу. Так что поехали. Уже наболтала вам тут целую кучу. Приехала уже на место. Оказывается, все, знакомый двор рядом с родителями тут недалеко, в общем. Можно сказать, в одном дворе. Карину жду. Она немножко опаздывает, пока детей там. В общем, нужно ей отвезти к свекрови. И, в общем, должна подъехать уже с минуты на минуту. Приедет и пойдем с ней. Так, что я еще хотела сказать? У меня там комментатор один появился. Я не знаю даже, отвечать на его комментарий или нет. Я смотрю, немножко, это ветер дует. Как я поняла, я сначала не совсем поняла, что имеет в виду этот человек.
оказывается, ну как, до меня дошло, что он думает, что у нас, в общем, снимается все по сценарию. Видео мы снимаем по сценарию, что мой муж читает по тому, что я ему написала, какой текст я ему написала, чтобы он что говорил в кадре. Так вот, вы ошибаетесь, у нас ничто, ничего вообще не по сценарию, это наша жизнь, и я делюсь ей, своей жизнью, и жизнь у нас не по сценарию. Так что я снимаю все, что происходит у нас в нашей семье. Так что вы заблуждаетесь, если вы думаете, что я там пишу какой-то текст своему мужу или себе, там что-то читаю откуда-то. Нет, у нас все не так. Все, что происходит, то я и снимаю. Не все, конечно, это далеко не все, что я вам показываю. Я показываю вам какую-то небольшую часть, кусочки от нашей повседневной жизни. Я, в общем, делюсь тем, только тем, что считаю, что можно показать вам, чем я могу поделиться. Это мизерная часть того, что происходит в нашей жизни. Сценария никакого нет, вы заблуждаетесь, никогда ничего по сценарию не снимала и снимать не буду. Единственное, что я могу сделать по сценарию, вернее, не по сценарию, а по бумажке читать, я могу выписать ваши комментарии и прочитать их вам и ответить на них. А так, все, что происходит, повторяюсь, то я вам и снимаю. Все, на этом... Сейчас мы закончим. Я дождусь Карину, пойду краситься. Может, подстригусь еще раз. Ну, нет, думаю, до этого не дойдет. Ну, в общем, увидимся чуть позже, как всегда. Так, ну что, покрасились мы уже. Карина подстриглась, покрасилась. Вышли. Уже так приличненько времени. 2:30. Ну, получается, 2,5 часа мы были. Нас обоих делали. Делали, красили, стригли. Ну, меня не стригли, мне просто покрасили и тонировку сделали. У меня здесь немножко розовенький вот тут на корнях. Но это как бы не страшно, оно смоется. Пару раз голову помоешь, и оно смоется. И будет хорошо. Карина поехала назад или что? Что-то назад поехала. Как вам, напишите в комментариях. Меня немножко уложили, но все равно он как-то этот, немножко волнами. Я обычно по-другому укладываю волос. Сказали, что не все так печально, как я там своими волосами. Что у меня там супер сломанные, супер плохие там. Ничего, сказали, все нормально. Вот так вот. Так что я теперь знаю, где есть, куда ходить и где подстригаться. Вот так вот. Я довольна. Все, сейчас едем домой. Я такая голодная, хочу кушать. Сейчас быстренько буду пацанов кормить, сама кушать. Ну и увидимся с вами уже в следующем видео. На этом я с вами прощаюсь. Пишите комментарии. Пишите, как вам моя прическа. Ну, не прическа, а цвет. Хотела, конечно, немножко потемнее, но ладно. Так как есть. Увидимся с вами в следующем видео. Всех люблю, всех целую. До встречи в следующем видео. Пока-пока.